Мне надо включить. Вот, Константин Василенко. Вот только сейчас получил. Игнатий Тихонович, вот расскажите, с чего начинается ваш день и чем он заканчивается? Что вы делаете на протяжении всего дня? Я знаю, что ваше утро начинается с 4:40, да? Ну а вот дальше что вы делаете? Ну, логично было додумать, что утренняя молитва. А после утренней молитвы, вот что вы делаете дальше? Как проводите свой день и чем? Как завершаете свой день? Мне интересно. Вот видите, писать тут, мне легче ответить так. Да, встаю так. Ну, мы двое тут сейчас с Владимиром. И поэтому я ночью встаю еще. Бывает и час, и два просижу еще. Да, и в интернет. А главное, это интернет. То есть, что она тут? А уже все встают в 4:40, это правильно. В 5 начинается общая молитва по скайпу. Сколько тут человек бывает, я даже не знаю. Ну, по 20-то, наверное, бывает. Ну и в 7 часов примерно у нас завтрак. Владимир чистит морковку, а я ее тру. Натираю на самом мелком сите. Это терочки. Она полезна для здоровья и для глаз. Кто много тут торчит перед экраном, вот как я. Каждый раз, каждый день у нас морковь на столе. Морковь, конечно, не пареная, не вареная, а сырая, чистая. Ни в воде ее не надо держать, чтобы она напиталась. А на еду что идет у нас? Ну, согласно православному посту, как пост, так и мы уже знаем, когда, что это... Специально у меня к истинному православию там написано о посте, в какие дни, в каком посте, ну и так и далее это можно. Обычно все мы уже за завтрак садимся. Но до завтрака я, вот Владимир, он тут готовит у пищи, а я занимаюсь в это время, кошек прогуляли, собаку прогуляли, на улицу вывести надо, а кошки в избе, подпол. Я запираю кошек, собака привязывается и начинает заниматься голубями. У меня 4 взрослых голубя сидят в двухэтажной коробке. Голубки уже парят. Одну выпарили голубенка. Это надо между ними убирать. Все, вот она где. Я могу показать ее. Вот она сидит. Вот она, видно где. Видишь? Это дикари. А белая там, ну я показываю. Вот они, вот она ее видать. Видно? Да. Это голубенок. Голубенок в эту сел. Ой-ой-ой. Он как же так перешел? Надо убрать как-то сейчас в темноте его перетащить туда. Он занял эту коробушку. Там питаться-то нету. Я днем не видел. Он закрыл с собой, он в чашку залез. Ну вот это потом они на меня летают тут. Это надо потом, я все убираю. И в это время уже начинаю кормить собак. К 7 у меня все готово. Позавтракали, я опять захожу в интернет. Много писем отвечать надо. Захожу в эту ват-рулетку каждый день. Бывает, сидишь, минуты летят, и ни одного человека нет нормально. То видно обкуренные, то матерится, то голые. Ну, не годятся. Бывает, встретится человек, и разговор случится какой-то. О Боге говорим. Тут все это выставляем. Тут к этому добавить еще не надо. Днем, если снег выпал, тут снегом занимается Владимир. Я иногда выйду. Вот утром встаем только за без 20, сколько? 4, ну, на 20 минут я раньше начинаю. 30. В 25 минут 5 затопляю печь. Бывает с вечера заранее уже все заготовлено. Владимир приготавливает дрова, уголь, а я готовлю и растопляю. Он встает, она у меня уже минут 15, печка горит. Ну и на печи все готовят собакам, кошкам и все в городе-то больше делать. Стараемся не выходить. А днем уже что будет? Вот сегодня на выгул я пустил собак. Одна очень агрессивная немецкой породы, ураган. Я на него намордник надеваю, а этот здесь. И вот выпускаю, они играют. И вдруг звонит Надежда и говорит, там кто-то приехал. Что-то милицию помогает. Полицию там вызывает, к ней пройти нельзя.
Ну, заперто там, калитка заперта, но заперта как? Заворена. И там я сразу наружу включил здесь и говорю, правда, там машина стоит. Машина, и видно, кто-то около машины. Ну, я сказал, говорю, я сейчас пойду посмотрю. Полиция, что-то допрашивать надо. И тебя не зайти нельзя, и они хотят залезть, и чуть ли не стрелять будут вроде собак. Ну, я вижу, беспокоится человек, я пошел. А он говорит, а мы переписывались с вами. Он приехал за книгами с Новосибирска, человек. Никакой полиции, ничего нет. А собаки бегают и играют здесь у меня. Ну, поговорили с ним. Я говорю, он отдельно, Новый Завет. Я говорю, нет, сейчас отдельно нету. Книги кончаются, и поэтому... Вот они две, покажи их. Красавицы. Это за ними уход надо тоже, спрятать надо. Вот я их сейчас покажу, как я их прячу. Они у меня сами полезут. У нас рыба есть сушеная, гальяны. Вот я гальянов этих беру. Вот оно, сейчас они, о, вот они метнулись. Хотя на меня, ко мне побежали. Иди сюда, иди, иди. Давай. Вот они где. Поля, иди скорее. Вот смотри, они сейчас куда пойдут. Идите, идите ко мне. Во, вот она уже там сидит. С какой скоростью. Давай, черная, сюда. Она вот куда. Ну, залазь, залазь вот сюда, давай. Вот так. Ох ты, глазадая, на. Вот я им дал. Вот они сидят. Вон они, видать, едят. Угу. Заманываю их. Все, закрыл. Ну, а теперь что у меня? Тут портянки есть. Это уже на ночь я закрываю. А вот этот сейчас... Ой-ой-ой, это мне... Подожди. Тут другое дело. Оказывается, там голубенок залез не туда. И мне надо его сейчас переселить. Вот как раз тут и... Чем я занимаюсь? Я сразу портянками закрываю монитор. Это мне мешает он. Вот. Выключаю свет. Беру фонарик. Сейчас здесь я потушу все, чтобы он не вылетел. О, это песок. Я потом утром буду убирать. Мне сейчас на голубенка надо только убрать. Вон какое дело. Что, закрывать? Выключать? Да. Выключать, то все это видно будет. Он сидит там, голубь. Вон они двое. Видать их? Да, 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 видно. Вот. А этот что он залез-то куда? Голубенок, как он мог пройти-то? Через все. Прошел. Вот он какой большой, смотри. Вот он сколько. Ему сколько? 17, что ли, дней всего. Вот они какие. Крылья настоящие. Гляди, что делает. Во. Кошки-то заняты. Сейчас, подожди. Он и сам-то не ест, еще они его изо рта кормят. И он вылез куда? Подожди, подожди. Да хорошенький ты мой, а, голубчик. Я его туда посажу. Вот и все. Это авария произошла какая. Вон он сидит. Смотри сюда. Вон он, я его посадил где. Вон он сидит. А вот взрослый один, а вот, вот отец сидит, а эта мать сидит рядом. Ну, утром я их... Уже на прогулку будет. Все. Опять выставляю сюда. Видишь, зажались, как они. Все, закрываю. Больше мне ничего не надо. Еще дальше. Включай свет. Это я снимаю. Вот время-то идет. Еще темно, ночь. Я их закрываю. Это два этажа. Вверху у меня дикари, а внизу породистые голуби. Ну и все. Дальше я сижу, занимаюсь. Вот сейчас смотри, как я делаю. Что у меня здесь делается? Чем я занимаюсь? Так. Включаю тут свет. Тут вручную включаю, чтобы меня легко было видно. Так. Беру. Закрышка такая специальная. Закрываю. Так. Готовлю. Аппарат, надеваю фуражку, кладу рядом Библию полную, так, и
Надо попасть в рулетку. В рулетку попасть мне надо закрыть. Вот это сейчас идет скайп. Здесь я захожу и включаю рулетку. Ну, откроется, не откроется, не знаю. Дальше будет как видеть. Куда время идет. Тут я провожу несколько часов. Часов много. Вот она. Я вот видать. Я сейчас сажусь так. Это я сейчас подниму. Там видно, чтобы там было видно собаку. Люди интересуются иногда. Так, подожди-ка. Табуреточку уберем. Вот так. Это у него вот это с улицы пришел, лег, снег растаял. Я сушить повешал ее. А его туда. Вот он у меня здесь. Я его отвяжусь, и сейчас он у меня лежать будет здесь. Да я могу сейчас прям отвязать его. Ну-ка, давай. Вот смотри, он как команду хорошо выполняет. Ой-ой-ой. Так, иди туда на место. Все. Он лег. Это собака ученая. Вот он лежит, пожалуйста. Теперь я захожу сюда. Свет у меня с той стороны. Я табуретку ставлю так. Это кресло свое. Чтобы проход был в другую комнату виден. Вот видишь как. Еще маленечко. И там собаку видно, когда она там лежала. Люди интересуются. Ну а теперь я нажимаю. Господи, благослови. Пошли добрых людей. Так. Сейчас будем с той стороны, чтобы видно было. Ну, это маленький. Говорит с ним не о чем. Он маленький совсем. Вот взрослый. Сейчас, может быть, получится разговор, будет видно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Иисусу Христу! Слава! Так, мы православные проповедники. Проповедуем о Христе Спасителе. Вы, наверное, за рулем едете, да? Да. Ну, вам не до этого. Ну, ладно. Мы говорим о Боге, о Христовой любви, что Он умер за грехи людей. Если у вас есть скайп, и по скайпу зарядите два слова Игнатий Лапкин по-русски. У меня самые большие ресурсы, я даром отдаю, посылаю. Два слова только запомните, Игнатий Лапкин. И я все это скидываю даром. Аркадий Лапкин? Игнатий. Игнатий. Игнатий Лапкин. У меня два видеоканала. На одном только 21 700 роликов. Мы строим деревню с нуля православную. Я отвечаю на тысячи вопросов в университетах страны. На любые вопросы даю ответ, отдавал. И теперь все это в наших ресурсах. По скайпу Игнатий Лапкин. До свидания пока, а то я вас отбиваю. До свидания, хорошо. С Богом. Но это ничего не записываю. Обычно тут я записываю. Так, слава Иисусу Христу. Так, ушел. Не наш клиент. Так, подожди. Слава Иисусу Христу. Это мусульмане, как правило. Я их почти знаю. Вот, скорее выключает она, боится. Видите, сколько? Не, я выключаю. Я буду руки держать вот так вот. Я не выключаю. Я только передвигаю, чтобы был кто-то. Вот, держусь. Вот, видишь, он? Это палец он не просто показывает. А то, что он у него лишний. Другой старается... Какими-то звуками. Видишь, как ломает его сатана. Да. Он не может ничего уже сделать. Вот так. А что? Ищет голых баб, как говорят. Слава Иисусу Христу. Вы верующие, нет? Да. Мы православные христиане. Мы пришли сюда, чтобы возвестить великую радость, что Иисус умер за грехи людей и дарует прощение грехов. Угу. Да, да. Вот. Если у вас есть скайп, то по скайпу можете зарядить два слова. Игнатий Лапкин, это я. Не дымите пока. И мы отдаем свои ресурсы богатые, как деревню строим православную. Я начальник детского лагеря 48 лет уже в ином формате. У меня 38 томов книг вышло из печати. Я все отдаю даром. По скайпу только зайдите. Хорошо, мы зайдем. Как еще раз? Игнатий Лапкин. Игнатий, это я.
По-русски. Хорошо, все. По-русски два слова. И звонок раздастся, я вам сразу все ресурсы бесплатно даю. Там будет очень интересно. Хорошо, давайте. Угу. Да. Все, давайте. А если посмотреть хотите каналы, канал называется «Во свете Библии». Угу, хорошо. В Ютубе. Хорошо, все, давайте. Еще раз. «Во свете Библии». «Во свете Библии». По-русски. Все, хорошо, мы посмотрим. Да. С Богом. Спасибо, до свидания. Заходите. Вот видите как. Ну, а потом из этого уже выбираешь, что кричит там бывает, ругается. Ругает. Если материться, все пропало. Кому-то свидетельствуем. Вот тут мелькает и мелькает. Ну, лучше, чтобы матерки не попались, но лучше остановиться. А? Лучше остановиться, пока матерки не попали. Лучше остановиться, пока матерки не попали на запись. Ну, когда разговариваешь, я отрываю тогда. Иначе так вы отрываете, а тут-то останется. Здрасте. Ну, я просто был. Дедушка, ты что здесь сидишь? Я не сижу, я работаю. Мы говорим о Христе, чтобы люди поверили в Бога. Жили для Бога. После воскресения за грудью, что были в раю, а не в аду. Ну, вот так я выключаю рулетку. Я, бывает, иногда здесь больше 10 часов сижу. Наши идут, два канала, много разных вопросов. И вот время-то и уходит. Поужинал, обедаю, это ужинаем уже часов 7 вечером. Три раза в неделю по скайпу идут занятия. Занятия по полтора часа. До занятия еще в храме. Вот уже четвертое. И через каждые два часа и у нас молитвы идут, собирают нас, звонки раздаются здесь. И мы собираемся. Ну, счетное. В 10, в 12, в 2, в 4, в 6, в 8. Вот уже 6 раз. И утренняя молитва 7 раз. 7 раз становимся на молитву. Молитвы у нас краткие, ну, не больше там 12 минут, 10. Потом это время занимаешься, опять звонок. День прошел. Так что у нас время хорошо идет. Мне 81 год. Казалось бы, старики не с ума сходят. А у меня времени не хватает никак. Вот собака пришла, лежит. Почему? Она накормленная. Она прогуляла сегодня несколько раз. Вот она лежит. Сколько радости здесь. Ну и все, опять на место удаляю. Включаю, кто когда ложится. Я ложусь, как обычно, то бывает в 9, то в 10. Ну, это, конечно, маловато. А где-то уже в первом часу ночи или во втором я на ногах. С печкой поправился и сразу сажусь, занимаюсь. Иногда прям так в 4:40 и въезжаю. А иногда полчаса и скорее в постель спать охота. Раньше-то я легко нес, а сейчас это избаловал себя. Володя все делает, у меня ну, много времени для этого остается. Ну, вот так. Библия вот эта была растерзанная буквально. Я ее переплел, она сейчас все. И корочки здесь не оторвешь их. Вот она как. Я сам переплетчик был. И мне легко показывать людям. Если мусульмане, я им показываю Коран. И прошу, называю какие суры, какие аяты. Разговоры хорошие бывают. Но бывают такие, сразу человек обругает тебя и ушел. А если сильно ругается и не пьяный, я ему покажу, что запись идет, я тебе покажу по центральному телевидению, и он сразу падает. Ну вот так. Люди очень-очень разные. И где-то отвечать надо, где-то богохульствует, в черный список отправить, закрыть его надо. Вот весь день наши проходят. Все на этом. Это в городе так, а в деревне там по-другому. Там больше работы, мы идем на пруды, что-то в поле бывает, где-то встречи, ну, на рыбалке, и там время по-другому все идет. Ну, вот так. Слава Богу за все. Аллилуйя.